Приглашение на елку. Такой подарок получили победители конкурса за изготовление лучшего новогоднего костюма. Программа «Новый день» объявила о творческом состязании месяц назад. Все это время активно шло интернет-голосование, и в субботу в кинотеатре «Мега» состоялось награждение победителей. Очень понравилось. Большое спасибо вам, что организовали такой праздник. Очень понравилась Баба-Яга и Дед Мороз нам, да? Дед Мороз что нам подарил? Конфетку подарил за стишок. Полную версию праздника и интервью с победительницей конкурса смотрите в программе «Новый день».